Всем привет, ребят, и это FIFA, Артём и Артём. Посмотрите, как я его сделал. Локомотив это я. Как я его красиво сделал. Ну, чё, начать заново. Артём! Понимаете, завершить. Начать под заново. Шоу. Ай. Куда? Да иди ты на. Артём, твою мать! Артём! Так вот. Я буду за аптечку. Окей. Ребят, если вы смотрели вчера чилийцев, то вы молодцы. В 11 началось Чили. А, ну, это по нашему времени. Вот, чили. Так. Чили. Это моя форма. Посмотри. Это такая же форма, ёп. Это твою форму стырил. А, стоп. Ты тоже за чили. Ай, точняк, у меня вот так вот должно быть. Чили. Все, давай. Чё ты мою форму стырил? Всё, гол. Сейчас надо потренироваться, а? Да подумаешь. Ну ладно, всё, короче. Старт! В эфире футбольного матча приветствую вас от себя, Юрия Розанова, и от Василия Соловьева, который... Да вообще пипец какой-то. Свисток арбитра, игра началась. А Чили против Чили, охренеть просто. Захарий Живицкий сегодня будет главным судьей. Я вообще ни хрена не понимаю, где кто. Так пойдет игра. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Блин, я вообще не понимаю, кто. Все, офсайд зафиксировал. Чили против Чили. Слуму. А ты бьешь. Ёлки-палки, ребята, это жестко. И обратно. Куда ты? Что ты делаешь? Я подскользнулся! Шанс до удара. Здесь... Ты видел? Подумать, что ты сделал? Пока не знаю. А что мне смотреть? А что мне смотреть? Внешне спокойно и без вопросов. Голкипер забирает мяч. Ребят, Чили против Чили. Это ж капец просто. Я хотел Чили быть, а он взял Чили. А куда ты? Своевременный перехват, можно перевести дух. Так, вот он, мой братюн. Так, вот ты. Так. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватит. И если пробьется, так. Отсюда может быть очень опасно. Читер! Читер! Так. Я так думаю, я его не победю сейчас. Вот момент. Наконец-то у меня, кстати, сработал три. Троечка, крестик. У меня в прошлом матче не работало, мне приходилось бить Ашкой. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Выдохнули зрители, закончилась атака. Ждем новый, теперь уже от другой команды. Начинается она с удара от ворот. Ребят, матч будет 20 минут, я так думаю. И минут команды противник. 22. Ну, с такими передачами мы далеко не уедем, господа. Ну, плюс дополнительная. Ну и что теперь?
каждый тайм 10 минут идет. Думаю, надо бить и забивать. И безусловно, сейчас трибун скандирует фамилию вратаря совершенно заслуженно. В этом эпизоде он спас свою команду. Да, так вот смело и расчетливо поступил. Ну надо же. Чё, типа, подумал, смой, да? Пас не удался, и мяч уходит в лоу. А кто бьет? Я бью, но... Видим мы борьбу. Чё ты делаешь? И тебе засчитали. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Так, давай, братюн. Эй, братюн, братюн, братан. Слишком далеко, но пока летел мяч, вратарь успел подготовиться, все видел, прекрасно мяч забрал. Я такой, ты обыграл. И, кстати, в прошлый раз тоже за чилийцев играл. Чили против Чили, это пипец. 0-0, понимаешь? А что не понял. Куда ты мой мячик берешь? Мой мячик. Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный. Не лучший вариант, конечно. Соперник ты мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. На тебе! А за тюрь. Свой так. Там свой. Братюнь, давай, и бей! Никакой опасности для ворот он не представлял, и вратарь просто размялся. Опа! Такой танцую, танцую. Вратарь, куда выбежал? Вратарь, куда ты выбежал? Чего у тебя выбегают чилийцы? А можно? До середины поля. Чего? Но он же в руки не брал. Можно пить, это органично будет смотреться. Танцуем все. Да, времени полно, посмотри, посмотри в центр. Правляется вратарь, но есть возможность пробить мяч ворота. Нет! Куча малаев. Читер! А лаверды, если угодно. Я скажу, повезло. Нормально, тебе. Есть время остальным отойти назад. Покинул мяч в пределах поля. Будет вбрасывать. Братюнь, так, давай, выравнивай. Сквозь защиту, как сквозь масло. Думаю, надо бить и забивать. Ну, офсайд! Пол! Читер! Куда ты? Да я бы даже сказал, он клоуна из него сделал. Клоуна из него сделал. Мощный пас вроде не мешал никто. Из тебя клоуна. Аут в пользу соперника. Из тебя клоуна сделали. Это ты и есть клоун? Думаю, надо бить и забивать. Нельзя это промазать. Нет! Посмотрите на это. Ну посмотрите. Точный удар головой и гол. Мастерский гол. Удар головой. Без головы да. В этой игре нельзя, друзья. Нельзя, друзья. Блин. Одна и та же команда, вообще капец. А? Ну как бы, моя слева. Ты себя уронил. Танцуем. Танцуем. Ну, когда располагается вратарь так. У себя в владениях правильно, то главной дистанции забить. Вратарь, погнали. Куда пошел? Ты куда пошел? Танцуем. 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 Я такой головой играю.
середине. Куда ты пинаешь? Куда ты у меня отбираешь мяч? У своего же пчелица. Пчелица отбирает мяч. Вообще, чили против чили. Да. Фурор. Да фурор просто. Так, поехали. Жесткая борьба. Чё, охренел, что ли? Не знаю, правильно это или нет, нервы у болельщиков не железные, а у вратаря, похоже, нервов нет вообще. Явный технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет выбрасывать мяч из-за борьбы. Куда? На фланге перехват. Это мой, блин. Мяч. Прессинг. Жесткий прессинг со стороны. Да я вообще путаюсь, вот где кто. Игрок атакующей команды. Где свой, где не свой. На! Получилось безадресное. О, капец! Ребят, это жестко будет. Я вам отвечаю. Танцуем, танцуем, танцуем. Танцуем. Потому что ты падаешь. Качество паса, качество игры. И команда это демонстрирует в полной мере. Ты же любишь падать, чё? Тут. Доходит до адреса этой передачи. Что дальше? Как же красиво это выглядело. Давай. Танцуем. Куда ты? Эй, чилица отбирай. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Не будет удар, что вы мне пиздите. Уходит мяч за лицевую линию, будет удар от ворот. Так, 1-1. То есть 1-0, то есть. Давай. Бей. Вау! Гар! О, видал? Я попал. Давай. Давай, Игорь, тащи. Прочитал передачу, совершил перехват. Летит мячик. И все, у нас пипец. Че, а хули ты сюда защитника притащил? Вообще борзой такой, что ли? Борзой защитника сюда притащил. Танцуем. Взял мяч. Пипец. Пипецкий взял мяч. Думаю, надо бить и забивать. Братюнь, куда ты у меня мячик отбираешь? Только что выиграл защитник борьбу за мяч и сразу же его теряет. Вообще непонятно. Красные вратари. Красные. Перцы чили. Классический вариант развития атаки. Пас. Блин, падла. Пинаюсь.